Здравствуйте, меня зовут Ярославна Дочка. Мне 6 лет, я живу в городе Москва. Ну, слушаем твою смешную историю. И где мы должны смеяться? Скажи, пожалуйста, голубушка. Что смешного было в Диснейленде? Что тебя там рассмешило? Там что-то было смешное? Да. А что было смешное? Мы ходили в дом Микки Мауса, и там было зеркало, и в нем появлялся Микки Маус. У тебя есть животные дома? Есть. Какие? Собака, хомяк и рыба. А кого ты больше всего любишь? Собаку. Почему? Потому что ее можно брать на руки. А рыба, что-то не берешь на руки? Нет. Нет? Ты не заряжаешь в аквариум руками, не трогаешь рыбу? Нет. Почему? А кто за рыбками ухаживает? Папа. А что он делает? Он как-то чистит аквариум. Видел хоть раз, как папа чистит аквариум? Нет. Не видел. А как папа кормит рыбок? Нет. Он чем их кормит? Колбасой? Нет. А чем? Червяками. Да? Где папа червяков берет? Покупаем. Угу. Понятно. Хорошо, ну тогда стихотворение от тебя. Моя родина – это Россия, сердце ее храм, путь к нему близок и долг, пусть каждый выберет сам. Россию свою судьбою простою не назовешь, мы счастливы здесь с тобою и прошлого не вернешь. Русь моя православная, краше тебя нет, столько войн видавши, а все не утратила цвет. Люблю свою Россию, когда возвращаюсь домой. И чувствую я объятия, любовь и покой. Москва с ее куполами, краше города нет. Но все же грущу вчерами, теплого моря здесь нет. Спасибо.